приветствую вас на нашем канале. В предыдущем видео мы устанавливали модуль увеличения мощности RacePro Chip 2. Ссылку на это видео я оставляю в описании и во всплывающем окне сверху. Сегодня мы будем устанавливать Response Control от RaceChip. Это устройство предназначено для ускорения отклика педали газа. Устанавливать будем на BMW X5 E53 кузов. Давайте посмотрим, что в комплекте RaceChip Response Control. Открываем. Сам модуль Response Control, инструкция и комплект проводки. RaceChip Response Control предлагает 6 режимов отклика педали газа, а именно 2 агрессивных режима, 2 усредненных режима и 2 эко режима. Каждый из режимов идеально подходит для активного вождения, извилистой местности и горных дорог или заснеженной трассы. Касательно эко-режима. Эко-режим обеспечивает плавную работу педали газа во всем диапазоне оборотов двигателя. Это позволяет более эффективно экономить топливо, особенно при езде в черте города. В процессе езды можно изменить настройки Response Control или отключить его полностью. Приступим к установке. Первым делом нам необходимо снять педаль газа. Для этого нам понадобится отвертка. Нам необходимо отщелкнуть нижнюю защелку на педали газов. Отщелкивается она вниз. При снятии электропедали хочу обратить ваше внимание на следующее. Защелка электропедали имеет две фазы снятия. Итак, первое. Нажимаем на защелку. Наша педаль остановилась. Это первая фаза. Далее нам необходимо найти еще раз защелку. Нажать на нее. И продолжить снятие педали. И отводим педаль газа. И отсоединяем разъем педали акселератора. И снимаем педаль. Обратите внимание, с обратной стороны педали есть такая вот двухуровневая защелка и разъем электропедали. Так выглядит направляющая нижняя часть электропедали. Итак, для установки Response Control нам понадобится проводка из комплекта Response Control. Подключаем фишку к нашему разъему. Защелкиваем. Вторую фишку подключаем к нашему оригинальному разъему. Защелкиваем. Фиксируем разъем при помощи стяжки. И обрезаем лишнее. И устанавливаем нашу педаль газа на место. Попадаем в направляющие. И защелкиваем педаль газа в посадочное место. У нас также есть две фазы защелкивания. Первая и вторая. Язычок. Увидели? Педаль защелкнута. Далее подключаем пульт управления Response Control. Соединяем разъемы зеленого цвета. Фиксируем пульт управления на панели приборов при помощи двухстороннего скотча. Это место установки рекомендует RaceChip. У кого есть другое предложение, напишите в комментарии. И проверяем. Запускаем двигатель.
включаем RISE-чип. Мы рассмотрим режимы работ Response Control. Включаем. Загорелся индикатор. Сейчас у нас Response Control находится в эко-режиме. Два режима эко, два режима усредненных и два режима агрессивной езды. Сейчас посмотрим, как реагирует педаль газа при переключении режимов на пульте управления RISE-чип Response Control. Итак, для наглядности нам видно тахометр. Заводим двигатель. Начнем с экстремального режима, самого последнего. Пытаемся удержать обороты на 1500 и снижаем. Стрелка тахометра сама падает. В режиме эко. Теперь включим средний. Набор оборотов более быстрый. И самый последний режим для агрессивной езды. Набор оборотов еще быстрее. И выключаем. Сейчас работает в заводских параметрах. На этом все. Установку Response Control мы закончили. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. До встречи на канале. Всем пока.